То есть вот, да, вставляем в пазы. Теперь вставляем вот этот клинышек сюда. Вот он стоит вот здесь. Вот эту пипетку. Еще раз наружу, не внутрь. Вот. То есть поставили клинышек, планочку. Теперь одеть надо пружину. Так, немножко в сборе. Вот одеваем пружину. Еще раз. И надо натянуть пружину на свое законное место сюда. Вроде правильно. Теперь берем вторую часть. Немножко открываем. Вставляем внутрь. Цепляем вторую пружинку. Маленькую. Сначала вот здесь, сюда, вот сюда. Потом вот сюда. Сука. Ну, где-то приблизительно так. В обратном порядке. Так, следующее, что у нас идет? Маленькая пружинка. Стараемся по возможности не мазать эти стороны никаким говном, что я уже немножко сделал. Видите, замаслил. Придется, наверное, помыть. Я вообще попутал. Ставим эту пружину назад. Вставляем в пазы назад колодки. Оп, видите, что произошло? Вылетело, блядь. Вылетело. Придется теперь прокачивать тормоза, блядь.
жидкость выходит. Тормозная. Ставим сюда. Ставим сюда. Назад, блядь. Давай, сука. Вот видите, он вылетает, блядь. Сюда. Сюда. Теперь вот сюда на низ надо поставить пружину назад. Но вот эти сначала две, одновременно за скобы эти не ставим, не защелкиваем. Одну сторону вытащили. Здесь у нас все наверху стоит правильно, да? Поставили пружинку на место. И здесь ставим пружину на место. Сюда. Равняемся сверху. Теперь надо защелкнуть вот этот низ туда. Все, вот вроде бы да, поставили на место. Все дела. Теперь надо зафиксировать назад вот эти штыри. Вот, то есть просовываем сюда назад штырьки вот эти. Вот они. На них потом сейчас крепежные пружинки будем ставить. С этой стороны делаем то же самое. Попасть в пазы, повернуть на 90 градусов. Первая пружина зафиксировалась. Теперь ставим вторую. Так, тут у нас все на месте вроде бы. Еще раз все надо проверить, блядь. Внимательно, чтобы все стояло на своих местах. Опять же я говорю, я могу что-то сделать сейчас неправильно. Я делаю это второй раз на втором колесе. Первый раз в своей жизни. Поэтому тщательно. Лучше снимайте видео, блин, чтобы потом открутить и вернуть все, поставить на свои места. Но лучше всего обратитесь к тем, кто это, блядь, знает. У меня сейчас нет ни времени, блядь, ни денег и тормозов, блядь, чтобы машину доставить туда, куда надо. Поэтому я собираю своими силами. Вот вроде бы что-то туда попало. Так, вроде развернуть ее чуть-чуть надо. Нет, повернули все. Так. Так, теперь. Что теперь? Теперь еще раз проверьте внимательно, что все стояло на своих местах. Пружины все вроде на своих местах. Так, это у нас пружина. Вроде бы правильно. Стоит. Собираем колесо. Обратно. Но предупреждаю еще раз. Вот эта штука уже разгерметизировалась, блядь. Отсюда вылилась тормозуха. По всей видимости, там есть завоздушивание какое-то. Придется прокачивать тормоза мне.
вытравливать оттуда со шлангов воздух. Вчера я поменял, блядь, вот эта вся хуйня вылетела. Вот еще, вот здесь вот вылетело все. Здесь такой шток, пружинка, а вылетело. Теперь тормоза не работают, блядь. Надо заливать тормозуху и прокачивать тормоза, садить человека, чтобы он там тыркал педаль, блядь. Здесь откручивают сзади шланги, чтобы выгнать воздух. Лучше, если не знаете, лучше пускай делает специалист. Ставим назад этот диск, почистить его, вытрить все, блядь. Ставим подшипник обратно. Намажьте его, блядь. Гайка. Фиксатор. Шток. Примерно так.